Я обещала Богу рассказать перед служением. Я очень обещала. Я очень молилась. И говорила: Бог, если произойдет чудо, я буду говорить всем, рассказывать. На этой неделе я об этом только всем и рассказываю, что произошло с моей мамой. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто молился. Я хочу рассказать, как это было. Первую неделю, когда я видела свою маму и разговаривала с ней, она плакала, она очень переживала. И я впадала в отчаяние, что я не могла ничего сделать. Я падала, и моя вера, она не была сильна. И хорошо, что у меня был муж рядом, он меня постоянно поднимал. Потому что, когда я слышала мамин голос и то, как она страдает и мучается, это тяжело видеть. Мое сердце следовало за моими глазами. Это было первую неделю. Я с мамой молилась, потому что у нас были такие обстоятельства, что операцию не делали из-за анализов. Надо было ждать. А ждать тяжело, потому что она лежала на... У нее болела эта нога, постоянные боли, и нога висела на экстензии. И она не могла ни повернуться, ни пошевелиться, постоянные боли, и это очень тяжело. И часто, очень приходя в больницу, я видела, что она рыдает. Я с ней молилась. Я молилась с ней, говорю: мама, я буду молиться с тобой каждые 3 часа, чтобы ты дождалась этой операции. И, знаете, я молилась за нее, Дух Святой приходил, она, атмосфера менялась. Она какое-то время жила, ну, находилась в состоянии такого мира. До тех пор, пока она не получала негативную мысль, дьявол давал ей мысль, и она опять начинала, ну, падать, плакала, и у нее была такая депрессия, такое уныние. Почему это с ней произошло? И опять она звонила мне, мы опять молились, она опять поднималась. И один раз, когда мы молились, я так четко увидела, что я получила слово: ангелы понесут тебя, ангелы понесут тебя. Ногою не приткнешься своею о камень. Ангелам своим заповедую о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. И я начала, и я, когда молилась, прямо в течение молитвы я увидела, как ангелы в духовном мире подложили свои крылья, когда она падала. Вы знаете, в духовном мире нету времени. Духовный мир вне времени, Бог вне времени. Ему не важно, когда это произошло. Если Он дает слово... Бог дал мне слово, ангелы мои понесут ее на руках, когда она будет падать, и неважно, в какой точке времени это произошло, ангелы вернулись в духовном мире назад, они постелили крылья свои, и мама падала на эти крылья. Я это четко увидела. И в сердце у меня было такое: как здорово было бы, когда ее повезут на операцию, Бог, я буду так сильно тебя прославлять. Когда ее повезут на операцию, и она, врач, когда она будет лежать уже на операционном столе, скажет, что операция не нужна. Я этим жила, я говорила: Иисус, Иисус, ты даешь слово. Столько случаев в Евангелии, сколько людей было исцелено тобой. Яви свою славу, я хочу увидеть в этой ситуации твою славу, твою руку, как ты действуешь. И прошло 3 недели. Первую неделю я падала, 2 недели следующие я вообще не падала. Я приходила, я была настолько полна мира и победы внутри, что даже сама удивлялась сама себе, к чему бы это. И вот я поняла, к чему это. Произошло чудо. В среду, когда назначена была операция, прошло 3 недели. Я увидела, была в это время в больнице, ее увезли при мне. Вечером, я думала, она мне не позвонит, потому что думала, что у нее будет операция со всеми, и ей будет не до того, чтобы звонить мне. Вечером она мне позвонила с радостным голосом: «Мам, Надя, произошло чудо. Врач сказал, что операция не нужна. Косточки начали срастаться». То есть Бог, Он сотворил чудо. Я сказала, я говорю: мама, ты восстановишься так, как будто ты никогда не падала. Если Бог что-то сказал, Он это сделает.
Потому что эта ситуация в духовном мире удалена. Ее нету. Падения нету. Его нету. Никаких последствий нету. Потому что когда Бог хочет что-то сделать, Он дает свое слово. И Он верный Бог. Он всегда действует по слову. И как важно получить слово. Слово ты можешь получить только тогда, когда ты в отношениях с Богом. И когда ты знаешь это слово. Когда ты читаешь Библию, когда ты учишь отрывки наизусть. Ты получишь слово в каждой своей ситуации, если ты приходишь к нему в каждой ситуации. И сейчас время восстановления. Я знаю, что будут атаки. Я знаю, что в этот момент мне нельзя останавливаться. Мне надо молиться, мне надо маму все время настраивать на победу, что она встанет и пойдет, и будет ходить лучше, чем она ходила.